Всем привет! Сегодня на распаковке такая маленькая посылочка. Сейчас мы посмотрим, что будет. А это китайский шарфик. Китайский шарфик замотан странным образом. Даже не знаю, разматывать ли его. В общем, желтый шарфик. Наверное, не буду разматывать. Вот видно, такой он очень тоненький, как тряпка вообще. Но зато интересно замотан. Такой вот фигнюшкой. Не знаю, возможно ли его носить, но, наверное, скорее в декоративных целях он служит. Так что, вот такая вот фигнюшка. Всем пока!